otro paciente. La otra persona se queda bien. Las personas que se quedaron paradas, por favor, acérquense. На языке йоги это называется муладхара. In yoga это называется муладхара. Корень жизни. La raíz de la vida. А вот здесь, вот здесь, находятся очень важные точки. Они улучшают работу области надпочечной. Ellos mejoran la, esa parte del funcionamiento de esa parte. Посмотрите, что вам нужно сделать. Miren lo que tienen que hacer. Аккуратно, держась за ступни. Прижимайтесь ягодицами к ягодицам. Cogiendo los pies, se ponen los glúteos con los glúteos. Ноги кладете так. Y las piernas se ponen encima. Вдыхаете космические лучи. Inhalan los rayos cósmicos. Выдыхаете ровное пламя в тело. Y exhalan al cuerpo un fuego equilibrado. Второй вариант. La otra opción. Крестец упирается в крестец. Руки лежат вокруг головы. Его можно не делать. И возникает очень мощное взаимодействие между двумя телами. Это положение называется Парита Карани Мудра. Эта постура называется Парита Карани Мудра. Мощно омолаживающее тело. И эта мудра имеет un poder de juventud muy poderoso, muy grande. Потом вы потихонечку. Después, despacio. Перемещаетесь и меняете снаряд. Se bajan y se cambian de papel. Нет, не надо, просто знать. Нам нужно садиться. Otra vez.